Что за марка? Юра. Номер? 767. 700? 67. 767 приор. Давай остановись. Ага, а, ноги шире. Все. Так, стой нормально. Все, все, я стою. Все Так выделить полмиллиона рублей. Метилизированный лек. Имеется микроперфорация, но микроперфорация выделяется от стороны прокола. Купюра хорошего качества. Купюра хорошего качества. Новенькая. В использовании еще не было. Но аппарат ДОРС отличит, нет? Нет, скорее всего. Там. Здесь вот, в этой стороне, здесь рельеф. Я уезжаю там. Последний раз, когда приехали? Последний раз, когда туда ездил? Да. Вчера приехал. Вчера, на чем? На Кизляре. Значит, вы выехали из Кизляра, приехали в Астрахань. Приехали. С собой что везли? С собой сам я. Вещи какие-то? Ну, вещи, запрещенные в гражданском обороне. Что можете пояснить по факту задержания сотрудниками полиции? Не могу понять, если честно. Не можете понять? Да. Денежные средства показывали вам? Какое-либо отношение к ним имеете? Каким денежным средством? Денежные средства изъяты. Моим, что ли? Денежные средства изъяты, которые имеют признаки подделки. Нет. Купюры номиналом 5000 рублей. Нет. А что вы делали сегодня в кафе на улице Бакинской? С кем встречались? На Бакинской? Да. У меня не было этого. На Бакинской... Ну там камера есть. Чего говорить-то? А, вот... На этом узле Асторож? Да. Там встречался в основном. По поводу? Деньги он мне должен был. Он вернул вам? Да. Вы эти деньги смотрели? Нет. Судимость иметь? Нет, никогда в жизни. Уголовная ответственность в курсе, какая у нас за незаконный оборот фальшивых денежных нет, средств? Нет, не в курсе. Не в курсе? До 8 лет лишения свободы. Не знаю, что происходит, вот так вот задержали.